Привет, зритель. На очки какая-то хрень села. Я практически до лагеря юность впервые в жизни доехала. Я затем камеру достала, чтобы понять, что там впереди. Вообще, я немножко тут писала на этого друга. Я забыла, как вообще этой фигней пользоваться. Что у меня здесь, в отличие от того велика, тормоза прикреплены, и он просто через ручку не оденется. А потом вспомнила, что вот уже на месте, что тут вот где-то, короче, вот такая хрень, что можно не до конца все отворачивать. Я не буду в этот раз вставлять музыку, просто смонтирую как есть, какой уж там звук есть или нет. Я забыла, у меня, оказывается, на камере там моно. Ну, в принципе, должна быть хоть одна камера, оставшаяся в живых. Ну, в смысле, та, которая пользуюсь моно. У меня, оказывается, моно было на первом Casio. Тут вообще куча таких тропинок, оказывается, в разные стороны. Там чуть подальше тоже такой поворот был. И машина, и мне машина попалась. В общем, сюда люди ездят на шашлыки. Я в детстве с родственниками сюда тоже приезжала, но обычно на 9 мая с сестрой. Короче, мы даже сюда, по-моему, в школьном походе были. Сюда прикольно по тропинкам ездить с кем-то, потому что у меня кретинический этот географизм, географический кретинизм. Я, ну, вообще как-то стрёмно одной, чёрт знает где. Ну, не то, что, может, и не стрёмно, но веселее вдвоём с кем-то, минимум. Но у меня что-то нет таких знакомых, которые на великах согласились бы со мной куда-нибудь ломануться. По крайней мере, в наличии, в досягаемости на территории Угрича. Потому что есть один знакомый, прям так друг, но он у черта на куличках. Чем не абхазский пансион? Гэч. Вон оттуда я приехала. Вообще, как бы дорога идет и заворачивает туда. Если стоять вот так, то налево. А если стоять вот так, то направо. А я решила, что, ну, думала, что он изначально сюда идет. И пошла сюда. Здесь у нас ров, отделяющий заборчик лагеря детского от другой части земли. Ну и тут вот в детстве, когда я была вот с той стороны, издалека видно было вот эту сетку. Вот теперь я к этой сетке подошла. Судя по бомбению звуковому, вон с той стороны, там у кого-то гулянка. Вообще странные люди, тут такие птички поют. Музыка вообще как бы, как козебаян. Сосны. Народ, кто это будет смотреть, если вы внезапно местные, у вас есть велик. Айда сюда, на великах.
Буду делать лагерь, все же кто-то охраняет. Я заметила человека. Тут велик свой поставила. Хоть тут и написано на одной бумажке, в смысле на зеленой штучке. Я потом к ней на обратном пути, короче, засниму ее. Что типа огонь не жечь. Но я подозреваю, тут всем пофиг. Потому что запах жженого чего-то есть с той степи. Да, их дурацкий вид вообще как бы никому не интересен. Люблю эту камеру. Взяла, настроилась. Чтоб лапа не дрожала. Там есть деревня. Когда-нибудь я до этой деревни доеду. Хотя, возможно, это та деревня, в которую я ездила в прошлом году перед Абхазией на велике. Там какая-то церковь, походу. Надо как-то отойти. Тут деревья загораживают. Не так. Не удивлюсь, если запишутся вопли справа.
Какой-то завис. Рай, машина. Или что там? Как-то тут дерево загораживает вид. Ну, я потом уже не узнать, что там за церква. Ой. Ой, бабочка пролетела только что. Интересное растение. Верхушка пахла морковью. Ну, по-видимому, что-то другое. А, тут замок, что ли? Типа отсюда можно было сбежать. Тем, кто не хотел быть в лагере. И она тоже что-то пишет. Ой. Поехал я, братан. Вот про что я говорила. Мне кажется, тут можно сделать проезд, как на Кивач в Карелии. С маленькой денежкой за въезд. Тогда сюда всякая срань не будет ездить. Побухать и музыку послушать. Но до Ярославской области пока это дойдет, быстрее весь бюджет разворуется. Потому что дорога сюда, это вообще жуть. Хотя нет, бюджет, я думаю, в Рашке очень часто воруется. Ни к чему не привязано. Короче говоря, пока до Ярославской области дойдет, тут дорога будет совсем разбомбанная.